пары поглощают мимо, сквозь который они продвигаются. В залах звонки на ночах призывы. Вместе сообща, мы все скользим к одинаковому мигу. Без флагов мы спускаем век в облачении нашей тени. Очевидно, что в отличие от основных представителей авангарда, Лунгина лишь в умеренной степени использует авангардистский принцип выражения смысла, используя возможности формы. Он дробит форму, но не до отдельных, не связанных изложений, а также в произведениях поэта применение приема самописьма чувствуется лишь в искреннем, неизысканном сложении стиха. Лунгина выбирает позицию авангардиста, сопротивляясь прошлому, обвиняя хаотическое и безжалостное настоящее и несмотря в будущее. Однако дает ей своеобразные формы через попытку определения.